Вот вам, пожалуйста, на Вишенском озере какие косяки этих мелких сомов, сомиков. Вот как они орудуют, да, все вот вместе, разом. И защищены тем самым. И хищная рыба не трогает. Или трогает меньше, по крайней мере. Это также создает защиту. Вот, пожалуйста, такие круги кругом идут. И такое впечатление, что их становится все больше, больше, больше. Вот смотрите, как они активны. Вот такого я не помню точно. Ну, в прошлом году не было, не видел. Может быть, не заметил. А вот вам, пожалуйста, тот самый сомик. Кто их жалеет, тут переживает за них. Не переживайте, с ними все в порядке, даже в полном порядке. Вот вам, пожалуйста, какая стая, она, если будет огромных размеров, то, возможно, и для человека будет опасно. Они колючие, они очень защищены и плотно, и так они дружно себя ведут, также в нашем Вишенском водоеме, вот именно здесь, да, на плитах Вишенского озера. Их видно днем. Вот сейчас уже вечером, то есть в любое время дня они вот так вот активно здесь себя ведут. Пожалуйста, это небезопасно, на мой взгляд, и надо какие-то предпринимать меры, не знаю какие, как-то уравновешивать, или они там сами разберутся. Вот смотрите сколько. Ну, 3 дня назад было их наполовину меньше, а сейчас все больше и больше. Вот так вот. И так они себя ведут прямо очень активно. Вот такая информация из Винницы от Орешка. Орешка представляет, пожалуйста. Так что, начфизам привет. Начфизы. Только начфизы. Начфизы, только начфизы. Хорошо, всем хорошего настроения и такого прекрасного вечера. Чао, бомбина.